О, балдеж, мой стейк пожарился, ой, нажрусь, а я обожаю жир. Рич, я не ем. Да, привет. Я только что был, знаешь где? А, в шахте, да? Как туда? Нет, я разговаривал со старейшиной, и он сказал, то, что сделает нам скидку, если мы сделаем одно дело, и это будешь делать ты. Почему я? Почему не ты? Вот тебе топор. Ага. И чё? Сходи в лес, наруби дрова, и вот я, кстати, заготовил ящики, их надо будет заполнить все стаками деревьев. Погоди, все стаками дерева? Ты чё, это объясняешь, что мне вырубить надо? Да. Так, я пошел в шахту, мне нужно еще добыть пару алмазов, и чё? Люблю тебя, брат, говорю, пойдем. Ну, я тогда пойду, вот тут вот лес, короче, значит, его не будет через пару часов, если что, знаю, я любила тебя как брата, и я тебя ненавижу. А может быть, ты все-таки Да, конечно. Ну, если хочешь, можешь пойти вон в ту дырку и... Не-не-не, все, я лучше пойду, я, наверное, просто соберу немножко три ящика мне придется. Четыре. Офигеть, Ричи, это же долго. Ладно, давайте, наверное, зайдем в самый глубь леса, а то, наверное, как-то срубать все в самом начале будет такое себе. Ах, ладно, где мне стоит начать? Так, ну, наверное, начну я прямо отсюда. А, кстати, что? Что это такое? Земляное? Ну-ка, погодите, что-то непонятное здесь происходит. Это что, домик Нубаш, что ли? Здесь что-то написано. Дверь. Не, ну раз дверь, значит дверь. Мы просто сломаем и войдем. Что интересно там внутри? Зомби! Горю. Не понял, а ты смысл? Ты что, говорить умеешь? Погоди. Эй. Чувак, у меня важные новости. Погоди, ты что, зомби-малыш? Ты умеешь говорить? Это интересные технологии. Можно мне, пожалуйста? Здравствуйте. Я из компании Арифлэм. Хотела предложить вам привет. Да погоди, а откуда эти кости? Это что, твои кости? Ты просто мне их скидываешь? Погоди, зомбя, я не хочу тебя видеть. Можно я просто... Да погоди, не кусайся, ты я. Я попрошу за коммуналку, отстаньте. Да в смысле за коммуналку? Что за коммуналку надо платить? О, слышь, а мне нравится так. Это ограбление с тем, что... Это ограбление, гоните алмазы, я знаю, алмазы у вас. Есть, гоните алмазы. Ладно, я на самом деле шучу, погоди, малыш, забеги в дом, ты горишь, погоди. А слышь, малой, а ты, а почему ты говорить умеешь? У меня огонь. Я спрашиваю, почему ты маленький и почему ты умеешь говорить? Я маленький. Да ладно. И умеешь говорить? Я зомби. Ты зомби. Смотри. Ты зеленая, я розовая. Я зеленый? Так вот как этот цвет называется? Да, это зеленый. Смотри, вот сравни мой цвет рук с твоим. А ты зеленый? Нет, я не зеленый, я... Что это за цвет телесный, давай назовем, я не знаю. Слушай, маленький, Слушай, а ты такой маленький, такой миленький, О, ребята, кажись, у меня... Гениальная мысль. Может быть, мне приручить зомби. Слушай, не шкерься, я не буду тебя... Погоди, не ломай! Погоди! Вылезай. Все, молчу. Ой, глуп, ух. Ты в один блок прилезаешь, слушай, это удобно. Малой. Да залезь ты вовнутрь, твою кукурузь, ну тебя жжет, залезай. Ой, какой ты глупый, ты такой глупый. Смотри, поешь. Слушай, ты очень маленький, ты, я так понимаю, очень глупый. Давай я тебя всему научу. Ты всего боишься, выбегаешь на улицу днем, хотя тебе днем выбегать на улицу категорически нельзя. Кстати, уже темнеет, скоро можно. Уже можно? Уже звезды на небе. Вот теперь можешь, слушай, Хочешь, я буду твоим гидом в мире Майнкрафта? На цветочек. А что такое гид? А гид это тот, кто тебе расскажет все, как крафтить, хотя я так понимаю, печку ты крафтить умеешь, сверстаком, кровать тоже. Или ты все это спер? Это я нашел. Это ты нашел. Слушай, малыш, я тебя научу крафтить, я тебя научу жарить стейк, я научу тебя жарить кого угодно в этом мире, ты сможешь отжарить. Пока ночь не закончилась. Мама, алло, а зачем тебе цветочки? Они же бесполезны, их можно только на... Погоди. А зачем? Подожди, ты так прикольно. Ножка мельтешь. Ух ты, а это чей домик? Что это такое? Ого. Извините, я зайду, если можно, если не... Вы кто такие? Я вас не звал. Все, выхожу. Это, конечно, все хорошо. Слушай, малой, мне кажется, ты не ее роста. Я думаю, ты ее немножко не интересуешь, потому что ты маленький. Она выше тебя на пару блоков. Рост не главное, тем более. Главный размер.
Вот именно, что ты маленький, в этом-то прикол, ты еще не дорос. Давай я тебя всему научу и помогу вырасти. Я тебя научу расти. Да, тебе нужно набираться опыта. Для начала нас кушай. Еще у меня есть тушеный кролик. Возможно, если ты покушаешь, ты станешь больше. Вообще есть такое поверье, чем больше ты жрешь, тем ты больше... А-а-а, погоди! А сырое есть? Сырое... Нет, сырого нету. Но я могу научить тебя добывать. Смотри, мы должны найти свинку или коровку. Я почему-то никого не вижу. Ты хоть одна... О, я вижу корову. Смотри, я сейчас ее пристрелю, а теперь это все хорошо. А это ее душа. Лоп! Вкусно. Смотри, набери лук, бери стрелы, я тебя сейчас научу стрелять. Мне нужно найти корову. Где корова? Где корова? Вот, смотри, вас... Молодец, давай, натягивай, натягивай. Нет! Не в меня, не в меня! Тихо, 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 успокойся. Кись, акстись, нечисть. Да, правильно. Правильно, в корову. Так. Давай я покажу, как надо натягивать. Давай мне. Да, это хорошо, вблизи-то мы все могем. Давайте я покажу-ка натягивать. Анька перед между мной и коровкой. Так, давай. Раз, два, три. Уй! Отходи! Слушай, мне кажется, давайте я покажу, как надо натягивать. Вот так. Давай, лой, короче, отдай лук, я тебе дам кое-что другое. Я тебе дам меч, который... А я тебе сейчас шопу надеру. Держи меч, отдавай стрелы. Я буду, в общем, лучником, ибо, я так понимаю, ты не умеешь стрелять. Но я более меткая, чем ты. Смотри, малой, мы с тобой... У тебя же все ресурсы? Да, пойдем, теперь нам нужно в дом. Где твой дом? Давай, веди к дому. Теперь нам нужно все это кинуть в печку. Кидай. Нет, я так хочу кушать. Окей, ты зомби, я понял. Хорошо. Чем больше ты будешь кушать, тем выше ты будешь. Это так и именно и работает. Давай, хамай. Хомяч, зомби. Почему? Ты как-то, какой-то ник у тебя не балдежный. Тебе нужно быть каким-нибудь, ну, вот эти вот рэперские ники, типа. Что? Лил зомб. О, кстати, балдеж, а ты шаришь. Слушай, а ты быстро вымахал? Я побольше. Слушай, а ты реально стал побольше. Теперь ты можешь подкатить ласты к той самой зомби-девочке. Мое одобрение. Не. Что такое? Я вот побольше стал, мозгом больше стал, поумел. Знаешь, я так подумал, жопу всех этих баб. А, плюсую, Ричи тоже недавно так же решил. Именно поэтому теперь он любит мальчиков. Все, молчу, извините. Не буду. Это я за всех мужиков. А, за всех мужиков, так и все мужики, которые по итогу поняли, что любят мальчиков. Да все, молчу. Знаешь, как тебя зовут? А меня зовут Фласочка, а тебя я... Не надо, не говори, я угадаю, зомбя. А что ты Кристиан? А Кристиан, да. А у меня коллегу тоже зовут Кристиан. Да чего ты сразу начинаешь меня бить, не бей. Слушай, какие-то плохие у тебя манеры. Кто тебя научил всех подряд бить? Это некрасиво. Есть. Давай я тебя научу, что? И ты меня научила. А, да, я тебя научила. Чему научила? А, точно, добывать мясо. Добывать мясо — это святое. Я хочу работать. Все наоборот хотят сидеть дома и получать деньги с неба. Работать хорошо. С пожарником? Хочу стать пожарником. Может быть, ты хочешь стать просто зомби, чтобы кусать всех? Нет. Я придумал. Пошли, подожжем деревню, я ее потушу. Иди, это хар. Давай, может быть, не ту деревню, в которой я живу. Я надеюсь, ты не бежишь не к моей деревне, потому что, выжигать мою деревню, мне речи потом таких... Я потушу. А чем ты тушить будешь, извини меня, пожалуйста? Дай ведро по-братски. А, вот с этого надо было начинать. А по-братски я тебе дам ведро у меня в сундучке дома. Бежим. Только слушай, если тебя увидят то, что ты заходишь в мой дом... Я думаю, они как-то не так поймут. Все подумают, что я с зомби сдружил. Беспалево. А, ты беспалево. Да. О, да, типа ты хочешь кого-то съесть. Давай, типа, ты со мной побежишь, типа... Я такая, типа... Зомби хочет меня съесть! Да, Моргенштерн хорошая музыка, правильно. Сейчас я тебе... Да заходи ты, господи, уже никто не видит, заходи. Я ем эту девочку в ее. Да все, тут уже никто не слышит, хватит, переигрываешь. Все, а сейчас я тебе дам ведро. Погоди, ведро вот. А я не знаю, сколько тебе надо, наверное, бери побольше, но я немножко себе оставлю, 4 штучки, мало ли, все-таки, вдруг что. О, почки. Хорошо, смотри. План. Ой, палево. О, наследим тебя, житель, нет, не хочу, тебе повезло. Да, ему повезло. Короче, смотри, я все поджигаю. Значит, погоди, вначале воды набери, много воды набери. Давай, колодец есть, давай, в колодце набирай. Я пить, Халк крушить. Смотри, короче, набрал. Мы с тобой послушали колодец. Ничего, нормально. Смотри, я, короче, все поджигаю, а потом ты... Да, давай. Вот так вот. Только ты смотри, чтобы точно все потушил. Потому что если ты не потушишь, это же КВП, я в этой деревне живу. Ну, на минуточку. Ой, я дом тоже подожгу. Мой, так не поджигай, слышно, типа, почисти случайно. Я так вижу, уже поздно. Ну, ладно. А что делать-то? Туши, ты же пожарником стать хотел. А как это? Ты где? Тут пол деревни горит, твою кукурузу, так и знала, не доверяй зомби. Все самой. Твою кукурузину. Ой, да. Именно так тушить надо, именно так люди тушат. Зачем мы все
я подожду. Я тушу! Я тушу! Твою мать! Six hours later. Зомби, походу, это не твое. Да ладно! Мы с тобой затопили всю деревню. Горю, 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 и горю, где горю. Же ты гори, а я вижу, где же ты горишь, твою кукурузину, сейчас еще помрет и все. А я вообще-то хочу ручного зомби. Точно, погодите, если у меня есть ручной зомби, значит, я могу устроить... Мармагеддон. Мармагеддон, подогоди, погоди, погоди, погоди. А, точно, день, поэтому ты горишь, я забыла, я забыла. Забыла, слушай, а ты умеешь вызывать Армагеддоны? Это похоже на Армагеддон? Нет, это похоже на Димедрол. Я тебе не к этому, я тебе... Мы устроили потоп. Слушай, а откуда ты вообще такой вылез? В пещере проснулся. В пещере? А можешь показать, в какой? А, недалеко, пошли. Ну-ка, да. Ничего, ничего, в воду прыгай, все хорошо. Поплыли. И мы можем скрафтить лодочку, так будет быстрее. Ну, хотя, да, тебе лучше плыть. Я понял. И где твоя пещера? Мы вроде бы уже прилично про... О, это есть та самая пещера? Я вот здесь проснулся. Ну-ка, давай я тебе помогу, что-то ты горишь и горишь, давай я тебе помогу. А, все, уже надо. Ну ладно. Ого, слушай, а тут так-то, я тебе скажу, плохая такая пещерка. Окей, так, а это что, сундук? Остатки предков высших? А тут что? Фростморн, острота. Ну-ка, и книга. А, нет, погоди, это нельзя есть, это твои предки. И погоди, выплюнь, 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 бегу, выплюнь. Окей. Опа, все, молодец. Слушай, мне кажется, там было больше. Выплюнь все. Давай. А было 4 штуки. Блин. Опа, вот, молодец. Давай-ка мы оставим это здесь. И фу, я вообще не хочу. Я вообще не хочу это трогать, это что-то, какие-то остатки. Погоди, тут была какая-то книга. Наверняка тут что-то написано про тебя. Итак, сын мой, день, когда ты родился, сами леса Майнкрафта прошептали это имя. Что-то на нечитаемом языке. Не знаю, когда читается, но, дитя мое, я с гордостью смотрел, как ты рос для служения справедливости. Чего, будто бы он какой-то Бэтмен. Не забывай наш род, всегда правил, полагаясь на силу и мудрость. О, господи, тут еще вторая страничка. Хорошо, поехали. И я знаю, что ты проявишь сдержанность, будучи наделенным такой властью. Лишь воодушевив сердца своего народа, ты узнаешь, что такое истинное правление. Знай это, ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь королем. Слушай, тут, походу, какая-то сказка была, либо же... Ты какой-то король. Ты вообще помнишь, что ты, где ты, когда и почем? Тебе нет. Что-то говорит вот это вот, то, что я только что прочитала? Я вообще нифига не поняла, но... Кажется, а, это... нет, я думал, типа, а эта штука не развалится? Хочешь, я еще раз прочитаю? А, нет, скучная какая-то штука. Можно, а погоди, я... тут... Мне можно есть эту штуку? Смотри, тут... Не-не-не, погоди, не ем! Выплюнь, выплюнь, выплюнь каку, выплюнь каку! Да погоди, погоди! Нас... Ты что, съел это? О. О. А слушай, а может, это так и работает? А дай мне, может, я тоже стану королем зомби? Слышь, 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 да. Слышь. Опа, ну-ка, давай-ка. Голод на мне. Я изменилась внешне? Нет. А у тебя сразу вот это вот эффект перевоплощения сработал? Ну да. Так, может быть, дело... Ладно, я не понимаю, в чем. Короче, ладно, это работает только на тебя. Слушай, это странно, на тебе половина короны. Ты походу, рили какой-то король, только странно. А где твои слуги? Ну, если ты король, правильно, где твой замок? Обычно у королей есть замки, слушай. Погоди. Может быть, ты что-то вспоминаешь? Ты что-то чувствуешь? Види меня, види меня, что ты чувствуешь? Давай, давай. Слушай, мне очень интересно, что там, что там, что там, ну там, что там, что там, что там? А, погоди, с тобой, походу, твои слуги идут, слуги, 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 слуги! Later. И что это такое за место? Вроде бы сюда. Вроде бы сюда, это что, кладбище? Так, ладно, я на самом деле не особо люблю кладбище, а ты уверен, что... Так, окей, а что ты делаешь? Что происходит? Что ты там? Ёшкин кот, как так вышло, как так вышло, как так вышло? Так, погоди, это что, ты воскресил зомби-апокалипсис? Погоди, это то есть, это мой зомби-апокалипсис? Ну, ты же мой, а зомби твои, значит, мой. Нет? Ну, как сказать, я как бы, ну, вроде бы свободный, могу идти куда хочу. А, ну я думала, я тебя вырастила, и теперь ты будешь как мой сын на всю жизнь со мной, нет? Я могу быть твоим другом, правда, на имени нету, но... А давай я тебе имя дам, как тебе Хьюстон? Хочешь, могу звать тебя Чертилой. О, а это что такое? А это типа чертики такие, знаешь, они в аду всегда горят обычно. Ой. Без маски! А хочешь быть Чертилой или все-таки Хьюстоном? Еще могу предложить тебе Вовочка. Хочешь быть Вовочкой? А Чертила это точно ничего плохого? Нет, Чертила это точно ничего плохого. Я всех так называю, кого люблю. А люблю я мало кого, но Чертил люблю. А, извини, конечно, вот мы-то их призвали, да? Ты их всех, я так понимаю...
приручил, да, не твои зомби, а чё вот, типа, как бы ты делать с этим хочешь? Хочу разбомбить ту деревню, а, погоди, деревня-то как бы моя, ну зачем тут? А она-то в чём виновата, то, что ты не смог её потушить? Но ведь они же всё равно не сделали меня своим пожарником. Ну ты просто не справился с миссией, я думаю, если ты попросишь, они сделают тебя пожарником. Давай, может, не надо. Но они кричали: зомби, зомби, зомби. Ну, понятное дело, они боятся зомби. И что, смысл все бомбить? Оно и так там все разруха, господи. Что ты делать там будешь? Там все затоплено, деревни нету. Тогда не знаю, деревню свою построим. О, вот это хорошая тема. Зомби-деревня. Ребята, напишите в комментариях, хотите ли вы следующий видосик в зомби-деревне. И вообще, что можно делать в зомби-деревне. В общем, напишите свои идеи в комментариях. Мы все прочтем. И, возможно, в следующем видео вы увидите свою идею. Слушай, на самом деле, зомби-деревня, она как бы уже существует. Я могу тебе показать ее. Да. Ну давай я тебя отведу. Давай-ка мы выйдем с этого кладбища. Погоди, так, на север, на юг, на запад, на восток. Погоди, так, мне нужно сверить. Так, нам туда. Ты плюнула себе в глаз. Нет, это был не глаз, это была земля. Пойдем, нам туда, нам прямо туда. Только, правда, бежать нам, конечно, долго, потому что эта зомби-деревня находится на приличном таки расстоянии от нас, но... В скором времени, я думаю, мы прибежим, побежали. Смотри, это и есть та самая деревня. Я с ней как-то сотрудничала, и там живут одни зомби. Давай я тебя, наверное, познакомлю с самым главным. Вот я не знаю, как вы будете делить. А может быть, он знает то, что ты как бы король. Я, честно, вообще понять. Извините, здравствуйте. Мы с вами общались, сотрудничали. Смотрите, это король зомби. Я не знаю, вы, наверное, лучше поговорите сами, да, потому что кто из вас будет главным? Ну, наверное, вы, но, возможно, они хотят создать, не знаю, какие-нибудь свои отдельные дома, либо, может... Это король зомби. Я будущий король, а еще я буду править всеми зомби, людьми и не людьми, а, может быть, людей убью и сделаю зомби. А, да, вот именно чего? Ну, как сказать. Понял. Походу, это все плохим кончится. Я теперь главный. Ага, главный ты, конечно. Я лучше тебя сразу устраню. Как говорится, я тебя породил, я тебя уничтожу. Надеюсь, ты выживешь. Войны мои. Ага, пожарником он хотел стать. Ребята, походу, все пошло немножко не по плану. Хватайте мне ту девоньку! Да, конечно, хватайте, все, бомбануло. Ишкинка, стой! А, погоди, он выжил? Он выжил! Хватайте ее! Да ты че? Ребята, в общем, за мной бежит целая армия зомби. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также не забывайте смотреть видео слева и справа. А с вами была Фласочка. Всем удачи и пока-пока! У меня появилась власть, которая не снилась моему отцу. Вот твоему-то отцу как раз таки она снилась, а ты лох. Давай, попробуй меня догони. Давай. Костяшки, давай, зомби. Сейчас догонят. Я знаю, как это обузить. Прыжок. Я-то умею. Не стоит, а ты сразился. Неравный это будет бой. Я буду быстрее.